какое у нас будущее в плей-офф? Я думаю, если выиграем, то победим. Ну а в целом, как думаешь, пройдем ли следующий раунд? Я думаю, да. Команда трудится из последних сил уже, но все равно пытается забить. Я думаю, все получится у нас. Здорово. Ну и что бы ты пожелал нашим игрокам? Я пожелал бы нашей команде взять кубок все-таки, чтобы все у них было хорошо. Все-таки болеем за Юшку. Надо взять кубок. Какое у нас будущее в плей-офф? Если эту игру выиграем, я думаю, продуктивно. Ну и что бы пожелали нашей команде? Что бы я пожелал? Успехов и наконец-то выйти в КХЛ. Как вы считаете, какое у нас будущее в плей-офф? Финал возьмут, кубок возьмут. Ну и что бы пожелали нашим игрокам? Только победы. Как вы считаете, какое у нас будущее в плей-офф? Трудно сказать. Что бы пожелали нашим игрокам? Победу. Как ты считаешь, какое у нашей команды будущее в плей-офф? Очень хорошее, хорошо идем. Столько лет даже в плей-оффки попадали, в этот раз попали все-таки. Ну и что бы ты пожелал нашим игрокам? Только победы.